Всем привет, я на канале Best Games. Так, снова начал задание. Новое, в принципе, по крайней мере, раньше я не играл в него. Очень похоже на PUBG. Так, я понимаю, что нам надо лететь в эту сторону, ближе к транспорту. А вот мой коллега. Надо к нему лететь. Вдвоем будет проще по-любому. Знает, куда лететь, или он просто летит, куда ветер несет. Так, нет, он решил лететь чуть под правильно. Все правильно. Ух ты, блин, тут провода, надо облететь. Прикол, там какой-то динозавр. Вот это я, блин, приземлился. Ух. Хоть остался целым. Стой, чувак, подожди меня. А, мне вниз надо. Стой, я здесь. Блин, он ко мне едет, я к нему. Давай, давай, стой. Все, я готов. Я думаю, мы справимся с тобой. Я пока никого не вижу. Противников нет. Привет, привет. У тебя завтра день рождения? Ну, поздравляю тебя с наступающим твоим днем рождения. Ай, блин, не перевернись. Давай, догони, догони. Ай, блин, где они? А, они на баке. Ну, конечно, они быстрее поехали. А чё они убегают? Странные какие-то игроки. Так, тут налево. Отлично. Он вышел с автомобиля. Пошел прятаться. А вот уже опять едет. Блин, я попал. Вот это прикол. Он, он один был. Вот почему он убегал. Он бы один не справился с нами. У нас три команды, по-моему. Стоп, стоп, стоп. Там чувака можно было убрать, пешего противника. Тут еще едут какие-то чуваки, противники. Догоняй, блин. Четко убрал. Отлично. Просто супер. Аккуратно. Где он, блин, спрятался? Спрятался. Давай, 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 иди сюда, дружище. Мы тебя ждем. Мы хотим с тобой общаться. А ты не хочешь со мной общаться. Так, только не перевернись. Где он, блин? Отлично, убрали. И выиграли. Раунд победа. По 15 тысяч. А, это, наверное, из-за того, что мало игроков. Три команды. Не, четыре команды. В одной команде один игрок. Всех остальных по два. Надеюсь, во втором раунде нам тоже повезет. А вы, ребята, пробовали уже это задание проходить? Насколько оно вам понравилось? Ну, скажу так, если вы любите PUBG, то я думаю, оно вам понравится.
чувак, стой, где ты, блин? Куда он полетел? Ладно, пусть летит себе, он вообще в другую сторону полетел. Странно. А я лечу прямо к машине. Вроде бы. Давай сюда приземляйся. Так куда ты полетел, блин? Да, отлично, ты приземлился, конечно, вообще. Давай залази, слишком высоко. Ну, не так как бы высоко, просто сильно крутой обрыв. Так, вижу, коллега уже взял автомобиль. Прикол. А, это с прицепом сразу. В подарок прицеп называется. Найди машину и получи в подарок прицеп. Так, а как отсюда теперь выехать-то? Блин, куда же он поехал, а? Надо вдвоем работать, блин. Тихо, тихо, тихо. Валим отсюда! Это капец, они меня что-то напугали. Блин, я прицеп потерял. А не, не потерял. Стой, ты куда, блин? Подожди меня. Ты ко мне, ну давай. Быстро, быстро, блин! Отлично, мы выдержали это. Так, куда нам сейчас ехать? Привет, привет. А, все, вижу, прямо. Аккуратно, чтобы коллега не выпал. А то мало ли, блин. Убегают, блин. А, он один, наверное. Блин, ладно, поехали. Проедем. С прицепом редко езжу в GTA. Сейчас, сейчас, подожди, я выеду сюда. Где он? Опять свернул. Надеюсь, мы ее остановим все-таки. Перевернул прицеп. Выпал, блин! Погнали! Так, мы тут проедем. 5 минут еще. Да, он просто убегает. Сейчас, а где он?
отлично. Мы выиграли. Второй. А, матч выиграли? 55 тысяч. Ну что, вроде бы неплохо. А я что-то думал 4 раунда. Странно. Значит, показалось мне. Диджей. Так, поставим лайк на задание. 2 раунда. Мало игроков немножко, что-то маловато. Ну, неплохо, в принципе. Играли то недолго. Так, что, может, по городу покатаемся? Без полей. Там немножко проще будет. Ожидаем загрузку. Хост, давай, блин, побольше раундов. Давай 4 раунда. Блин. Запустил уже. Ну ты не мог поставить 4 раунда, блин. Ну 3 хотя бы. Привет, привет. Так, 4, 3. Что, 2 команды только? Погнали. Я не против. 4 на 3. 5 на 2 будет. 6 на 1. Да, это, конечно, реально. Ты со мной? Нет, это, конечно, 5 на 2 это... Ладно, я буду тогда с вами. Пусть будет 3 на 4. По матч миссию пройти какую? Погнали. Лечу. Ух ты, блин. Капец. Наш игрок, короче, коллега не долетел. Или долетел неудачно. Скажем так. И мы остались вдвоем вообще. По факту получается 2 на 4. Да, мы тут, конечно, можем проиграть. Привет, привет. Так, а где... А, вот транспорт рядом. Сейчас мы заберем его. Вот коллега бегит. Давай. А, ты не хочешь за рулем? Ну давай, я буду за рулем, не вопрос. Ой, я думал, ты уже залез. Еле успел. Так, теперь надо поискать противника. А, все, противника я вижу. Пока только одну команду. Возможно, там 4 на одной тачке. Может, еще такое быть. Он не промахнулся.
помчались, а они поворачивают в нашу сторону. Тоже попытаюсь что-то сделать. Да ладно, сняли? Прикол. А второй где? А, двоих? Так, что-то я не пойму. Еще есть противники? А где? По идее, мы должны выиграть уже. А, один оранжевый есть. А где же он, блин? Почему я не вижу ее на карте? Интересно. Задание клиента. А, все, вижу оранжевое. Задание клиента. Честно говоря, не знаю, что это за задание. Не знаю. Попытаюсь помочь. Сейчас вот пройду. Вот это задание с тройными выплатами. Совсем рядом. Вот он. Убрали, короче, чувака. Три на четыре, и мы выиграли. 15 тысяч заплатили. Другой команде практически в два раза меньше. Так, снова мы летим. Второй раунд. Всего два раунда. Полетели. Так, что-то я сильно. А, вот сюда влево, там машина есть, вижу. Парашют. Блин. Опять коллега не долетел. Как же он летает? Ё-моё, я остался один. Что ж поделать, я тоже один раз не долетел вчера, по-моему, и кувырок сделал только что жесткий. Да, одному мне будет, конечно, не то что, блин, тяжело, просто капец как тяжело. А если вот здесь и буду ждать? Не, стоп, стоп, слезь оттуда, блин. Он машину бегит, и все, блин, да не надо мне машину. Мне вот сюда надо. О, получилось. Так, ну пока я, в принципе, могу к ним поближе подъехать, а потом просто их встречать. Мне еще далеко, ладно. Едем к ним. А, вот они уже. Все, я вот тут вот буду стоять. Быстро, 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 блин. Да быстрее, давай. Ёлки твою палки, блин. Я не успеваю. Успел. Далеко. О, этого снял. Остался водила, убежал. Привет, привет. Судный день прошли, да. Где-то с третьей или с пятой попытки, не помню. Ну, по крайней мере, не с 20-й, не с 30-й. Спрятался там противник. Первый раз вообще там, я не знаю, мы проходили. Ну, это давно было, правда. Еще, наверное, летом.
попытки, наверное, 30-й или 20-й. Ну, короче, очень долго. Часа полтора проходили. GTA 5 не идет. А что там пишет? Ошибка, что ли? Стоять, блин! Так, это убрал. Ах ты ж, блин. Этот убежал. Давай, 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 давай. Отлично! Так, мы остались один на один. Какие планы сегодня? Да пока не знаю. Я в шоке. Я по факту один всех убрал. Троих или четверых. Я вообще не надеялся.